И не один. Один, но потом, блин, еще базучка куча. Ладно. Брэдли. В общем, надо объявить. Начинаются матчи за третье место. Где, где? Я пока не вижу, чтобы на стриме кто-то там показывал. Кстати. Стрим пока только рекламирует. Так, ну. Я нажал запись, поэтому у нас начинается трансляция для тех, кто смотрит ага, записи. То есть мы уже в официальном, да, эфире. Да, с нами. Добрый вечер, господа телезрители. Всем привет. Нас тут несколько человек, несколько комментаторов. Я Кристал, Славик Батон и Фулбэк. А также организатор телетрансляции Сергей Добрынин, АКА ДФС. Привет, привет. Как там настроение ДФС? Настроение, ну, после проигрыша Фулбуку, наверное, мне ничего не страшно. Ничего совсем? Я поверил в себя, да? Ну, у генерала, у которого нет поджигов, ездящих скоростью технички, мне уже не страшно ничего, мне кажется. Но у него зато есть радар на всю карту. Которым он не пользуется. Пусть он смотрит на мои хеликсы постоянно. Ну, у него зенитки неплохие. Да, ну ладно, сейчас проверим. У него также сразу скорпион с двумя ракетами и хороший мародер. Хороший мародер? Ну, давай сейчас проверим. Так, а Батони-то куда у нас отвалился из игры? Не знаю, я вижу в игре трех. Тебя, Фулбека. Кто еще? Да кто бы это мог быть? Дойче. Дойче ман. Батони, ты заходишь? Привет, Дойче. Я что-то вас не вижу. А где ты должен нас видеть? Зато вижу Кристалла в лобби. А, Кристалл оставил свой ак в лобби. Он не сможет зайти, там же ж, заняты места. Это же вам не гол. Да, точно. Ну-ка, Батони, попробуй еще раз зайти. Кто-то должен наблюдать. Я вас не вижу, пересоздайте лучше игру. Ну, давай пересоздадим. А у тебя точно стоит настройки? Хамачи. Ну, он только что был тут. Только что был. Может быть, интернет? Сейчас перезайдем. Да, ну, давай. И все будем играть на Wipeout. Так, Фулбек, Дойче. Ну чё, Батон, пусть по стриму, значит. Да, Батон, смотришь. Будешь как я. Я уже один раз по стриму с D72 комментирую. Я до сих пор вас не вижу. Давай, Батон, составишь мне компанию. Если уж на какую-то игру попадешь, то войдешь. Может быть, потом появится возможность. Это не специально тебя не пускают. Знают, что у тебя коннект не очень. Вон, спецовик, дайте тоже пообсерить. Пишет. Что спецовик вместе с вами хочет? Обсерить. Ну? Ему лишь бы обсерить. Боже, сколько вас там набьется? На финал столько не было. На финал, блин, полтора человека было. Сеть, да. Пишет. Спец просит сеть. Дайте ему что-нибудь. Так, и так у нас прибавляется еще и какой-то Ильнур Сафин. Не какой-то, а это я. Привет. Спец, это ты? Нет, это не я, это он. Это он. У вас голоса. Блин, у меня музыка громко играет. Я погодь. Бодренький такой. Конечно, весь день работал, готов к боям ожесточенным. К боям? Здесь нужно готовым быть к трансляции. Ну, к ним я всегда готов. Че тебе транслировать? Транслировать вон на главной идет трансляция. Ну все, понеслась туда. Дядька? Да. Как дела? Нормально. Ты готов к порабощению? А? Ты готов к порабощению?
Сейчас, подожди, музыку потише сделай. Блин, я что-то решил, что Ильнур это, блин, спец. А спец, блин, просит Васьки, дайте сеть. Что говоришь, сосед? Да, это его сосед, ты это в голову не бери пока. Сейчас мы с тобой, я тебя пробощать буду. Чтобы ты потом не сказал, что сосед виноват. Да это точно. Главное в голову не брать. Ну давай, погнали. Да. Дайте кто-нибудь по аски название сети спецу. Пусть в правилах смотрит. Как мне сказал ты 72 сегодня. Что он сказал? Еще название сети. Обзывает меня, сволочи, говорит. Все, уже поздно. Это... Судья в скайпе еще просится. Ха-ха-ха. А вы что, судью не пустили вообще? Судью намыло. Нормальный ход мысли. Фулбэк, у нас чемпион фулбэк за главного. А я второе место. Почти за главного. Второй не считается. Значит, тебе ну, да. За пивом бежать до киоска. Ты еще... А у фулбэка все деньги. А они пока вот Т-72, так что... Значит, бежит Т-72. Так, пока мы видим стандартный билд-ордер у Вчины. Я даже не знаю, как комментировать, если дочь все слышит. Все по чесноку. Ну я же не вижу, что делает Дойче. Соответственно, что тут по чесноку? Мы сейчас будем говорить, что. Я вижу, делает... что делает Дойче. Ты не забывай. По монитору. По монитору? А, ну да. Те, кто в игре, да, видят. Фулбэк рассказывает, чё. Ну чё? ДФС пока проверяет карту. Наверное, ищет скрытый мэп-хак. Стандартно ДФС пытается сыграть, как он играет обычно в Reborn. Как ДФС обычно играет в Reborn. Для тех, кто не в курсе, он... Блин. Ну ладно, раз по чесноку, так по чесноку. Он играет с оставленным КЦ и с стандартным расположением завода и палатки. И вот вырывается техничка Дойче. По дороге он давит снайпера или пытается задавить. Снайпер упал. Минус один дозер. Нет, снайпер еще жив. Жив? Снайпер расправился со всеми. И сейчас технички будет кают. А может и не будет. А может и не будет. Как мне нравятся эти танчики. Чего-ничего, зато у них есть эффект, они иногда одним выстрелом могут сразу троих убить. Ну, а иногда могут с трех выстрелов одного не убить. Друг друга. Так. Сейчас мы видим на Нору на фланге, который пытается передавить ДФС своим вездесущим дозером. И спасибо за подсказку. Дойче усиленно спамит снайперов. Пытается, наверное, заснайперить все. Дойче спамит снайперов. О, Дойче. ДФС. У вас ники похожи. И вот дядька пытается уйти в технологический прорыв. Ну и что, и как из бункеров выкуривать, если они... Подходи поближе. Тебе нужно вот со стороны. Нет, еще ближе. Во. Вот и долгожданные лаги. Во. Задачу ты выполнил. Заодно и убил несколько базурей. Слишком много танков. Ну, ДФС тоже слышит. Опять едет техничка Дойче, значит. Траки. Техничка. И одновременно идет лобовая атака. А Дойче питается с трех суплаев. Для справки для Дойче. Вот эта техничка в Реборне может стрелять по воздуху, если с двумя справами. Меня это что-то не греет нифига. Ну, пока...
Так, ДФС успешно справляется с нашествием скорпионов. И даже практически... А Дойче занимается любимым делом. Побольше, Нор, побольше. Ну, он заодно в техпрорыв идет. В техпрорыв идет... Угу. Уже дошел даже ДФС. Ну, у него раньше. И он строит тетку. Не, я не понимаю, как на этой карте играть, сидеть нельзя из бункеров выкурить никого. Да, я тоже задавал себе этот вопрос. И меня обстреливали. А потом я сам за пирата сыграл, и каково было удивление, что ничего не надо, только норы построить. Что-то с норы не стреляют сквозь деревья. Не, ну я построил овер, овер это штука. Он прорвался. Точнее, два. Со стороны Дойча и молодец, ДФС контрит наезды. Вообще ДФС радостно, потому что нет никаких подрывников невидимых, варюк. Не надо бояться за свою технику. Сейчас мы видим, что Дойча пытается по флангам растянуть. Товарищ полковник. Эх, снайпер. У ДФС готова высадка. Неизвестно, как это Клаус занял центр. Как спокойно. Прислала туда раба и спокойно. Раба. И все, больше прям как, да, прям как ты, Крис, играл с фулбаком. Ставил одного раба на фланге. Прошло да, и он целый... И он целый берез. Ух ты. Ща, посмотри, ветер написал. Я думаю, я забыл. Ну, квады из здания сносят плохо. Да. ДФС, осторожнее, там мина. Странно, что ДФС не заказывает супер-овер. Для ох, и опять Дойче пытается с разных сторон. Одно хорошо, что снайперы не пускают рабов, чтоб норы. Ох, я видел удар скатов. Сложно, сложно сейчас ДФС. Я вижу, что завербовал офицера ДФС. Держится ДФС. Блин, нор куча. Эй, ховер мочит.